памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамит, а ну-ка, дрызнь, ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь. Обожаю всяческую жизнь. Обожаю всяческую жизнь. С первых дней войны мы, писатели, были в строю. Напомню о них. Гайдар, Шимов, Коцревин, Лапин, Петров, Ставский, Симонов, Сурков, Фадеев, Тихонов, Лидин, Гаврилович и многие-многие другие сразу же уехали на фронт. Все мы много хлебнули горя. Великие нам кажутся великими, потому что мы сами стоим на коленях. Поднимемся. Человеку нужен идеал, но человеческий, соответствующий природе, а не сверхъестественный. Диктаторы любят, когда о них говорят, как о диктаторах. Они могут помириться с тем, что их показывают кровавыми, жестокими, бесчеловечными, порой это им даже нравится. Люди всегда представляли себе диктаторов трагичными. Чаплин показал, что они к тому же смешны. Человечество накапливает опыт не так-то быстро, но люди уже кое-чему научились. Способных распознать повадки диктаторов становится все больше. И искусство сатиры внесло свою посильную даль. Во время съемок «Диктатора» я начал получать угрожающие письма. Когда фильм был закончен, количество их резко возросло. Там мне грозили, что в кинотеатре, где покажут... Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел.
нам досталась на долю. Нелегкая участь солдат, это наша судьба. Это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.